Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения» проходит в стране впервые. К участию были приглашены школьники от 7 до 18 лет. На суд жюри было представлено более 5000 творческих работ. Среди них стихотворения, новеллы, рисунки и поделки. Лауреатами стали более 1500 конкурсантов. Это новый конкурс, который вот МЧС вводит, скажем, в жизнь, потому что есть в обществе определенный интерес к данной теме, и со следующего года, вероятнее всего, это будет уже на постоянной основе. Торжественная церемония прошла в очень символичном месте – музее пожарной охраны. Перед этим сотрудники музея провели для ребят интересную экскурсию, где рассказали об истории профессии спасателя. Поздравить школьников приехал депутат Государственной Думы Российской Федерации Григорий Балыхин. Конечно, такие конкурсы нужны. А какие стихи вот ребята прочитали, они же сами это сотворили. А фестиваль, конкурс, он же всероссийский героико-патриотический конкурс, да, детского и юношеского творчества. Это то, что сейчас нам нужно. Именно ульяновские дети получили на фестивале больше всего наград. Среди призеров оказалось 26 учеников из школ Ульяновска, Теренгульского, Новомалыклинского, Меликесского, Базарно-Сызганского районов. Дарья Судрева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.